Посмотрите, какой шикарный букетик сон травы в самом расцвете сил. Красота какая! Вот это да! Или они так выцвели на солнышке, или вот такая белая сон трава. Ух ты! Вот это букетик сон травы! Вот такая красота! Уже, правда, цветает, но как красиво выглядит! Вот какая красотища! Вот тут вот в тенечке еще молодые стараются зацвести. Вот. Мы ее не собираем. Она у нас занесена в Красную книгу. О, какая прелесть. Только снимаем и фотографируем. И вон дальше. О, какие колокольчики. Шикарные. Но мне безумно нравятся эти растения, поэтому я у себя в огороде семенами их вырастила. У меня тоже такие растут. Но немножко другие, сортовые, разных цветов. И они как-то немножко по-другому смотрятся. Но эти все равно, вон какая красота. Какие букетики огромные. Этим семейкам приблизительно уже лет по 7. Вот такая красота. Вот такая красота. Пушистые, нежные, ранимые тюльпанчики. Называется прострел или сон трава. А этому кустику уже приблизительно 10 лет. Сон-трава очень плохо переносит пересадку, но прекрасно размножается семенами. Поэтому, если вам этот цветок приглянулся в лесу, вы его не рвите. Лучше подождите, соберите семена, и при благоприятных условиях она прекрасно прорастет дома и будет радовать вас не один год. А это лесной барвинок. Посмотрите, какая огромная полянка. Еще только-только зацветает. Вон тут целые заросли его. Вот такая вот весенняя солнечная полянка встречает нас красивыми, редкими, по крайней мере, для наших мест, первоцветными. Они еще только-только зацветают. Эти первоцветы зовутся примула весенняя. Занесены они в Красную книгу. Существует очень красивая легенда, что весна вот этими золотыми ключиками примулы встречает лето, открывает двери навстречу лету. Так что, если зацвела примула, значит и лето не за горами. Вот такие золотые ключики у нас растут. Очень нежные, красивые, яркие цветы.
А вот еще одна семейка гладиолусов. Вот такая вот небольшая. И листья, как у настоящего гладиолуса. А вот это наперстянка. Желтая. Дикая. Но я не знаю, занесена она в книгу красную или нет. Но в живой природе я ее встречаю впервые. Вот так она выглядит. Там он ее побольше. Сейчас подойду, поснимаю.